Хей-хоу, ребятки! Всем привет, с вами Борода, это Хоррорфилд. Он вам так сильно нравится, что я не могу перестать его снимать! Ох, как же ж мне это нравится. Я обожаю вас, друзья. Итак, мы перешли к главе номер два. Мясник против Джека и Мэри, мать бы его так. Кстати говоря, по поводу Мэри. Перфекто, чика! Оу, oh, yeah. Так, у нас новая девчонка, ребятки, это Мэри, и сегодня мы будем прокачивать ее. Поехали. Так, скоро, кстати, откроем заброшенную деревню. Ла-ла-ла. Очередь, две Мэри, два Джека. Can't touch me. Я знаю, чем мы займемся после победы. Ха-ха-ха. Поехали. Три, два, один. Прячься или найди выход. О, боже мой. Поехали, друзья. Тара-та-тай-тай-тай. Опа-на, у нас тут внезапно ящичек. Давайте-ка мы его откроем, пожалуй. Вот так вот. Есть голдишка. Супер. Опа-на! Да давай-ка мы взломаем еще и генератор. Точнее, не взломаем, а починим. Раз сердечко, два сердечка. И все, правильно. Нехер сюда ходить. Но, конечно, она в починке слабовата. Вот... спору нет. Кстати, ребятки, хотите увидеть следующий ролик быстрее? Прожмите 50 лайкосиков под этим роликом, и уже сразу выйдет новый ролик за 50 лайков. Карл! Оу, fucking shit, этот дебил нам привел сюда мясника? Ебой. Ну ты придурок. Я бегу куда-то не туда. Слушайте, туда завернуть. Потому что этот придурок точно нас приведет к нему. А я не хочу к нему подходить. Опа-на. И еще один генератор. Псс, 50 лайков, новый ролик. Так, чиним. Давай. Я хочу сразу левел ап сделать после того, как мы пройдем и выиграем очередную каточку в хоррор-филде. Мать вашу! Вот так вот. Взял, сломал. Ну ты нормальная вообще. Кстати, у нас тут есть ник. Ой, ник. Навык. Какой к черту ник? Так, осталось два. Вот я сейчас один дочиню, еще один, и все, изи. Надо бы, кстати, Эвана-то спасти. Наверное. Может быть. Я подумаю, короче. Так, нет, вообще надо-то. О, его уже спасли. Ну надо его подхилять, я хилю-то очень быстро. Так что, пс, парень, иди сюда. Так, погнали. Ой. Мне что-то показалось, что сердечко-то мое застукало. Так, этот работает уже. Оп. Ебой. Я надеюсь, я иду не впасть к этому. Тихо-тихо. Не надо. Правильно. Он ушел куда-то не сюда. И значит, я уйду отсюда самым первым. Потому что я кто? Я красавчик Айван Лох. Опять он попался. Ну что ему так не везет? Ё-моё. Конечно, в идеале бы пойти да спасти еще и Эвана. Чтобы получить больше опыта. Но нет. Давай, пока, Эван. Удачи тебе, братан. Просто удачи. Так, хорошо. 849 опыта, это в принципе неплохо. Хо-хо-хо-хо-хо, четвертый левел, как я и говорил, ребята. Ну, как я и сказал, что сейчас мы пройдем и получим еще один левел. Так, у нас тут уже 2 очка мастерства. Так, а что будет, если мы апнем на второй? Так, на 20% быстрее лечит других и до 20% больше опыта. А почему бы и нет? Давай. А давай-ка мы возьмем и сделаем это. У меня, кстати, уже 180 голды. Лайкосики, комментарии, все под роликом, и я скуплю пару новых героев. Поехали. Посмотрим, что нас ждет дальше. Ух ты! Лесби-пати. Это мне определенно нравится. Поехали. Есть. Ну что, девчоночки. Поехали, я вас потискаю. Поласкаю. Поглажу. Ой-о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 й
Сваливай, сваливай, малая, сваливай. Не, меня, конечно, можно подлечить было бы. Меня, конечно, можно было бы и подлечить. Псс. Сучка.
Кому ты надо, слушай, борода, кому ты надо? А ну-ка, полечишь, да? Спасибо. Это так приятно. О, да. Давай, лечи меня, лечите меня семеро. Давайте, 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 давайте. Молодцы, все, валим. Ну не говори, что я прям к нему бегу только. Ну вот не надо. Ну нет. Нет. Перестань биться. Перестань биться. Я тебе говорю, биться перестань. Так, ну класс, мы еще и спалились. Замечательно. Давай, 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 давай. Сейчас мы там все подлампичим, починим. И все будет четко. Так, тут надо двоих бы как бы подлечить. Я смотрю, они что-то подамаженные. А вообще-то то, что плюс 20% к опыту и скорости лечения, это хорошо. Они там вместе, что ли, все бегают? Я в шоке. Так, ну мы пока чиним генераторы. А дальше будет видно. О, смотрите, что мы нашли вкусненькое. Давайте-ка откроем. Возможно, какой-то ништячок выпадет. О, е. 10 золота. Это, кстати, неплохо. Я бы даже сказал, что это много. Опа, на. Еще один генератор, и все. И еще 7 золота. Ой-ой-ой, надо уходить. Уходим, уходим, уходим. Ух! Я был близок к тому, чтобы мне надрали задницу. Да, вы видели, видели? Ах, нафиг. Ребятки, вы уж простите, но выживает сильнейший. И это я. Так что вы там уж как-то сами. О, видали, молодцы. Еще и электричество уже есть. Пока он разбирается со всеми остальными, мне нужно найти выход и свалить отсюда. А вот и выход. Отлично. Привет, Деволя. Ну что, мы, к сожалению, с тобой без лесби-пати остались. Пойдем вдвоем. Ну-ну-ну-ну-ну, давай я тебя подхилю. Ну, хоть 2 единицы опыта. 659. Немного, но неплохо. Ну что, ребятки, еще одно прохождение, еще одна победа, и у нас будет второй ранг, и у нас будет 5 уровень. Поехали. Давайте-ка надерем задницу очередному мясничку-то. Джек, Джек, Джек. Ну почему не Джек? Ну почему этот грязный Гарри вновь с нами? Ладно, ящик. Ух ты, новый какой-то ящик. Я такого ящика ни разу не видел. Смотрите, сейчас по-любому выпадет что-то крутое. Чё? 2 золота. Серьезно? 2 единицы золота. Ради этого я рисковал и потел 8 лет. 2 гроша. Боже мой, это ужасно. Такой большой ящик. Ребят, размер обманчив. О, сейчас меня трахнут. Нет, смотри. Ха-ха. Только не сломай генератор, я тебя прошу. Давай, давай, чини. Я верю в то, что ты сможешь. Не, все, мне жопа. Ну не заходи сюда в комнату. Ну, ты взяла, сломала генератор. Мы тут рискуем жизнью. Он где-то рядышком с нами трется. Фу. Мое сердце-то аж задрожало. И ебой! Вот так вот. Все, сваливаем отсюда. Это было настолько рискованно, что я начал строить завод. Так, хорошо. Да нет, ну прекращай. Ну ты будешь за мной ходить постоянно теперь, что ли? Кстати, что-то мы очень быстро генератор-то починили. Последний вот это. Ё-моё. Неплохо, неплохо. Настюшка там что-то приуныла, что-то у нее, кажись, кровяка с попы льется. Смотрите, что-то там с ней не то. Ох уж эти мясники. Извращенцы гребаные. Ой, ну все, Настеньку, кажись, положили. Блядь. Дебилы просто. Нашли, куда его завести-то. Это, типа спрятался, да? Покатит? Походу, да. Не-не-не-не-не-не-не-не, херяк.
Понеслась, как угорелая, моя малая. Зашибись, конечно, я остался один, все свалили. А эти дебилы взяли и привели мясника ко мне. Алло, вы что творите? Теперь я еще и теку вся от этого крутого боя. Фу, надеюсь, мы успеем взломать это и свалить. Потому что умирать-то неохота. Правильно? Правильно. Главное, чтобы это... Нет! Нет, 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 нет! Открывай! Открывай быстро, я тебе говорю! Открывай! Фу. Да, вот это хорошо. Три победы, мать бы его, подряд и без поражений. Ну что ж, друзья, как я и говорил, все мы сделали, мы красавцы с вас. Подписка, 50 лайков и новый ролик. Пока-пока, друзья!